Eti soğuk olsa bağırmasınlar, o mektepte kalacak. Bağıramam. İyi. Gittin mi? Ben kızım aynanda kalacağım. Final mi? Ben de finale yetiştireceğim. Melicanım. Ben oradan işin aklı Sen sen başka bir şey daha ne? Sen sen başka bir şey daha ne? Ne mi? Sen başka bir şey. Ne mi? Ana video değil. Video değil. Ne mi? Ana 50 bin. Oo. O sen sen başka bir şey mi? Görgen daha mı video? Большой матч сегодня мы смотрим в прямом эфире на EA TV. Это главная игра всего турнира. Финал Премьер Кап на ваших экранах. Сборная Франции сыграет сборной Франции. Большой день, большой матч. Не бывает финалов, чтобы игроки не волновались, чтобы не нагнеталась обстановка и чтобы игроки выходили на поле без желания победить. Сегодня будет много борьбы, сегодня будет много единоборств. Обе команды хорошо умеют мячом распоряжаться. И кто лучше сделает это сегодня, тот и закончит этот турнир с трофеем. А мы его поздравим. Вашему вниманию стартовый состав сборной Франции. В воротах Мьена. Уильям Салиба начинает с Упамекано. Усман Дембеле будет играть с Мбаппе на флангах полузащиты. С одним игроком впереди решил главный тренер сегодня начать игру. Посмотрим, долго ли продержится такая расстановка. Франция играет сегодня в таком составе. В воротах Мьяна. Уильям Салиба начинает с Паваром. Рабье вместе с Чуамени на флангах полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Вот Мбаппе сегодня многого ждут, да? Разговоров, по крайней мере, столько о нем было. Ну, максимум внимания. Отличная позиция, нужно забивать. Спасает команду голкипер. С очень хорошей позиции удар наносился. И каким-то чудом вратарь вытаскивает мяч. Вратарю честь и хвала справляется с этой подачей.
Адриан Рабье. Сборная Франции двигается вперед по флангу. Дембеле. Хорошо тут сыграл. Эрнандес. Адриан Рабьо. Килиан Мбаппе. Тюмени с мячом. Кунде. Сборная Франции идет вперед. Судья показывает, что можно играть. Коман. Ну, решай же! Просто великолепное спасение. Какая реакция у вратаря. Блестящая игра. Гризман. Мяч у Тюмени. Хорошая игра в отборе. Мбаппе. Офсайд. Боковой судья поднимает флажок. Килиан Мбаппе. Усман Дембеле. Было нарушение, но судья игру не остановил, и мяч у Франции. Франция в атаке. Хорош он в отборе, будет аут. Вот это здорово, хороший прессинг, и мяч отобран. Не получилось точно перевести мяч на другой фланг, будет аут. И теряют они мяч. Аут, мяч ушел за боковую, сборная Франции вбросит. Эрнандес. Дембеле. Коман. Отлично проявил себя защитник. Нейтрализовал он угрозу ворот. Дальше мяч не идет. Перехват. Хорошо владеет мячом Мбаппе. Вот и все. Опасная атака, но благодаря перехвату она закончена. Справляется вратарь. Хорошо сыграл. И мяч выбит. Хороший отбор. Чистая игра в своей штрафной. Адриан Рабьо. Гризман здорово обыгрывает защитника. Орельен Тюмени. Пробил! Отважился на удар издали и почти попал. Да, удар получился плотным, но вот точности ему не хватило. Антуан Гризман. Уверен, он сыграл сейчас. Килиан Мбаппе. Мяч переходит к сопернику. Усман Дембеле идет вперед. Он хорошо работает с мячом. Пошел навес от Дембеле. Нельзя давать мяч и обрабатывать в штрафной. Но это просто супер вратарь. Эрнандес. Уильямс Салиба с мячом. Дембеле. Эрнандес. Офсайд сигнализирует боковой. Как вовремя он перехватывает мяч. На угловой он мяч выносит. Наконец-то они подобрались к чужим воротам, и у них есть сейчас возможность забить. Их болельщики гонят вперед. Удар! Блокирует защиту удар, собственно, выполняет свою основную функцию. Как неудачно играет вратарь.
Ну и все, судья дает свисток, далеко не уходите, уже... Итак, у нас второй тайм. Франция с центра поля начинает. Хорошо играет в отборе. Эрнандес. Мбаппе. И вот удар. Надежно играет вратарь. От души по мячу он приложился. Мяч у Жюля Кунде. Дембеле. Кингсли Коман. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. На очень дальний удар он решился. Уверенно сыграл вратарь. Гризман. Коман. Мбаппе. Соперник забрал мяч. Мбаппе. Похоже, кого-то увидел он на трибуне и решил подарить ему мяч. И Гризман подает. Вратарь легко отражает атаку. Но это был не удар, Георгий. Так, ударчик. Перехват, не лучшая была передача. Дембеле! Умница, вратарь. Сыграл надежно. Мяч от... Ворот отбил. Центр штрафной, пошла подача. И гол у нас! Да, и вышедший на замену игрок отличился. Какое чутье у тренера, а? Сработало! Мяч потерян. Мбаппе. Опасно! Он четко играет в своей штрафной, чистый отбор. Можно провести контратаку. Антуан Гризман. Решил пробить Антуан Гризман. Дальше мяч не идет, перехват. Он заблокировал удар, угроза миновала. Мяч летит точно в руки вратарю и остается в них. Камавинга. Антуан Гризман. Отличная игра на перехвате и атака закончена. Ошибка со стороны защиты, этим нужно пользоваться. Очень хорошая позиция у него была.
тепла, но это все в прошедшее время. Была да сплыла. Сейчас свежие игроки выйдут на поле. Неточный пас и, как следствие, перехват. Мбаппе. Здорово играет вратарь, справляется с этим ударом. Подает Гризман. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Вот. Навязывают ему борьбу. Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защитника. И штрафной в пользу сборной Франции. Хороший пас. Что тут получится? Офсайд сигнализирует боковой. Уверенно отбирает мяч. Это Жюль Кунде. Пас на партнера. Отличный блок. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Легко и непринужденно проходит он оппонента. Можно забивать здесь. И в самом конце матча им все-таки удается сравнять счет. Ой, какой важный мяч они забивают. Да, ликуют трибуны, спаслись в самом конце. Повтор гола у нас. Очень хорошо они в контратаке сыграли перед тем, как забить. И классно Кильян Мбаппе сыграл в этом моменте и послал мяч точно в ворота. После ответного мяча у нас 1-1. Для того, чтобы выиграть, остается 5 минут. Пока счет равный. Сборная Франции идет вперед. Судья показывает, что можно играть. Они пошли вперед в концовке матча. Сейчас любая атака может стать решающей. Игра без мяча на самом высоком уровне. Теперь он уже с мячом. Гол! Гол, который полностью меняет расклад в этом матче. Совершенно неожиданный мяч. И совсем мало времени остается у соперников на отыгрыш. Вот оно стремление к успеху, вот оно стремление к победе. Все-таки на последних минутах они забивают. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Кунде. Время против сборной Франции. Есть у них одна попытка, чтобы сравнять счет. Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. И все, больше не осталось времени в этом матче. Финальный свисток фиксирует победу сборной Франции. Очень неприятно проигрывать в таких матчах. Разница в счете минимальна, а сил-то каждая команда отдала сполна. Команда приглашается на награждение. Да, сейчас будет вручен кубок. Команда получает заслуженную и престижную награду.